номер 17, такая, хоккейный номер, да, Харламова. Маша, так, мечтает о роликах. Будут Маши ролики, а может и коньки, пообещал председатель Гордумы Александр Фетисов. Чтобы исполнить мечты детей, депутаты выстроились в очередь к елке желаний. Каждому хочется стать добрым волшебником. Тем более, что сделать это не так сложно. Дети сами написали на открытках, что сделает счастливыми именно их. Депутатам остается только исполнить мечту. Я мечтаю о наборе овощей. Объемные. Открытки на этой елке желаний от детей из детского дома номер 3. Если в прошлые годы ребята мечтали об автомобилях с пультом управления, мобильных телефонах и других электронных гаджетах, то в этом году ролики, коньки, лыжи и велосипеды стали самыми желанными подарками. Наши детки, которые проживают в таких, наверное, не самых простых условиях, они, тем не менее, находятся в общей атмосфере, которая складывается у нас в городе, у нас в области. Ожидание спортивного праздника и создание новых условий для спорта. И это на самом деле очень здорово. Но это нас еще раз подвигает такое количество, допустим, пожеланий, связанных с роликами. Мы уже будем задумывать о том, что, наверное, какие-то надо строить роли-дромы. И это вторая елка желаний. Первая появилась в городском департаменте семьи, опеки и попечительства. И еще одну установят в администрации города. Напомним, что любой желающий может стать Дедом Морозом и подарить праздник ребятам из детских домов, приютов или тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Марина Матвеевна, Павел Пресняков. События.